цель, чтобы криптовалюта Prism, вот, у нас есть, конечно, официальная версия, да, что ну, мы этого и хотим, мы к этому стремимся, сделать Prism платежным средством мировым, да, то есть, соответственно, чтобы во всем мире предприниматели, бизнесмены, обычные граждане могли использовать криптовалюту Prism как платежное средство. Почему это удобно, я расскажу. Второй момент, наша цель сделать, чтобы среди 23 тысяч криптовалют, которые вы видели на экране, чтобы Prism вошел минимум в топ-10 по цене, да, по капитализации. Соответственно, это цена $100. И как следствие, я понимаю, что благодаря этому труду всему, мой капитал будет стоить дорого. И моя основная цель, чтобы мой капитал стоил дорого, чтобы мой капитал никто не мог забрать, отобрать, заблокировать, ограничить. И, соответственно, чтобы у моего капитала была применимость. Мобильность капитала, она уже есть. Вот. А применимость, она уже зависит от каждого участника, который вот сидит здесь. Да? То есть каждый может применять это как хочет. Юлия рассказывала уже, наверное, да, что у нас вот есть энтузиаст, который там сделал программу лояльности там, через Яндекс.Заправки, там, Яндекс.Еду, Яндекс.Такси, там люди экономят, там, да, расплачиваясь, то есть посредством бартера, да, то есть в монете Prism, они получают 20% выгоду в виде скидки. То есть выгодно, выгодно. Да, то есть это человек, то есть сам просто взял, придумал применимость. Каждый предприниматель может эту применимость придумать. То есть моя цель, она вот такая, конечно же. И говорить о том, что я не хочу, чтобы это стоило чего-то, там, ну, как бы, это глупо. Но говорить о том, что я фокусируюсь на этом, то есть цена нужна, миллиарды нужны, нет. Я хочу просто, почему, то есть понимаете, основной фактор такой, вот про крипторубль если взять, да, то есть я понимаю, что это будет полный тотальный контроль всех денег, которые есть у людей. И которые за границей ЦБ, вот есть ЦБ, а вот здесь вот будем мы с вами. У нас деньги вроде есть, но они никогда отсюда выходить не будут. То есть будет полный тотальный контроль. А, еще вот известно, вот в Китае криптоюань уже ввели, как на колбасу, срок годности. Для экономики, как для государства, это выгодно. То есть я, как предприниматель, сколько бы денег я ни зарабатывал, я вынужден буду их тратить всегда полностью, не создавать себе подушку безопасности. А соответственно, я вынужден буду постоянно работать. Эти деньги будут постоянно идти в обороте, будут идти поступления в бюджет, экономика в государстве будет развиваться. Государству это выгодно, это круто, классно. Но мне это не выгодно с позиции того, что я не могу сохранять свои деньги. И соответственно для меня криптовалюта Prism в первую очередь это форма частных денег, в которой я могу сохранять свои деньги. И по мере необходимости я эти деньги могу потом что? Конвертировать в государственную валюту, а в законе у нас о цифровом рубле, крипторубле уже прописано, что, соответственно, это можно будет делать, да, то есть конвертировать это в крипторубль тот же самый. Мне надо там, я не знаю, миллион, я конвертировал этот миллион и потратил на что надо, то есть у меня денег никогда нет, у меня деньги все хранятся в криптовалюте. Мне надо в ЕКБ приехать, да, то есть я вывел сколько мне надо, я приехал. Но еще для меня важно, что эту форму денег я ее могу накапливать непосредственно того, что я ее скупаю, да, потому что капиталы, они ограничены, финансовые ресурсы у многих людей, у меня в том числе. Я могу увеличивать долю эмиссии посредством того, что я просто себе печатаю эти деньги благодаря вот этому и благодаря вообще самой технологии. То есть по факту это денежный станок, но не рублей. А монеты. А если монеты в ограниченном количестве, да, то есть эмиссия ограничена, я понимаю, что места будут не у всех. Вот. Но сейчас поговорим как бы более об экономической составляющей, да, и как это вообще работает, и почему это выгодно. Вот так это выглядит. Это майнинг-ферма биткоина. Помните, он говорит, для подтверждения транзакции что надо? Банк выполняет подтверждение транзакции, функцию подтверждения транзакции. Майнер выполняет подтверждение транзакции в биткоине. Вот так это выглядит. Чтобы было понятно, на добычу биткоина и монеты эфириум в общей сложности за 2021 год было затрачено 300 тераватт-час электроэнергии. Чтобы было понятно, сколько это в 3-4 раза больше, чем потребляет небольшая страна, как Аргентина. В 4 раза больше.
Да, на фоне потребления всего мирового в плане электроэнергии это как бы немного. Но сам факт. И чем дальше, тем будет больше. И, соответственно, криптовалюты очень многие сейчас пытаются перейти там на чистый алгоритм Proof of Stake, доказательство владения, да, то есть более экологичный майнинг. Монета Ethereum это сделала, но большинство людей не понимает даже, что криптовалюта Ethereum была создана для того, чтобы людей вывести, так сказать, в более плотный контроль. То есть какие минусы в биткоине? В биткоине можно заблокировать транзакции, а все, что работает на блокчейне монеты Ethereum, которая создана Виталиком Бутериным, и она взяла свое начало развития в Европе, там можно заблокировать вообще все. Из 23 тысяч криптовалют, которые мы с вами видели на экране, они работают, 90% из них работают на блокчейне монеты Ethereum. То есть не станет монета Ethereum, или разработчик монеты Ethereum захочет заблокировать все эти 19 тысяч криптовалют, они будут заблокированы в один момент, и никто ничего не сделает. То есть это проблема, которая начала зарождаться в 2014 году, и это привело к тому, что все-таки криптосообщество мировое, оно стало централизовано, и оно позабыло об идеологической составляющей, которая изначально была заложена. И криптовалюта призм как раз-таки по сравнению вот с этим, да, смотрите, и вот это. Понимаете, да? То есть на фоне. Ну, мы распакуем, как бы, я просто показываю пока что размеры, объемы, да, как это выглядит. На самом деле это занимает вот так вот. Если мы распакуем, мы увидим, что это еще меньше. Вот. Потребление электроэнергии в том числе. Но в криптовалюте призм решены вопросы, то, что невозможно заблокировать, то есть призм работает на собственном блокчейне, то есть у него своя бухгалтерская книга, нативный блокчейн, личный блокчейн, да, в переводе на русский. И, соответственно, в призм решены вопросы вот этих возможностей блокировок, контроля и так далее. И это на практике может проверить абсолютно каждый человек. Но сейчас мы поговорим с вами об экономической выгоде производстве этих частных денег. Да? То есть, что такое алгоритм блокчейна Proof of Stake? Я вам показывал здесь на рисунке, как работает Proof of Work, да? А как работает Proof of Stake. В принципе, если мы говорим о криптовалюте Prism, также существует блокчейн, бухгалтерская книга. Да? Супер, маршрут построен. Вот, существует, да, на самом деле маршрут построен, мы идем в светлое будущее. Вот, также существует блокчейн, да, то есть книга. Как эта книга выглядит, чтобы было наглядно на экране, открою Prism VIP. Prism VIP, открою новую вкладку. Prism.vip. То есть я буду стараться то, что я рисую на доске, показывать наглядно, как это выглядит в реальности, как эта книга выглядит. Prism VIP. Prism.vip. Все, Enter. То есть это аналитический ресурс, который был создан командой продвижения, в частности Владиславом Волконским, да, одним из моих партнеров, друга, так сказать, да. Команда продвижения, это было все создано, и здесь есть онлайн-форма Core, нода, Core, вот, нажимай. Вот, то есть это онлайн-версия, в которой можно посмотреть вообще, как это все выглядит, и в целом использовать это как оболочку для просмотра информации. То есть зайди в кошелек. Вот, как это работает здесь по принципу? То есть у нас в Prism прописано, что будет эмиссия 6 миллиардов монет, заметьте, не 21 миллион, 6 миллиардов. Из них добыто уже 3 миллиарда. То есть 3 миллиарда из них добыто, там с копейками. Соответственно, как работает процесс вообще добычи? То есть помните, да, я говорил про базовую цель, про скорость там, транзакции и так далее. Вот в призм базовая цель, она не 10 минут, а 59 секунд. Соответственно, когда происходит та же самая, если мы говорим с вами о транзакции, да, и о печати, что делает вот эта коробочка. Вот эта коробочка, она и вот мы ее здесь нарисуем. На ней уже все установлено, все запущено, просто вы кнопку нажали, в розетку включили, и у вас пошел процесс введения этой бухгалтерской книги. Соответственно, что делает эта коробка? Она проверяет информацию о том,
что есть ли монеты у этого кошелька, откуда они взялись. Это все происходит автоматически. Фиксирует, что больше они не здесь, а вот здесь. Вот делает об этом запись в блок. Да, это все делает вот эта коробочка. И что получает за это человек? Помните, да, как по принципу биткоина, банковская система, что получает комиссию за подтверждение транзакции? И дополнительно что получает? Комиссию. Часть из 6 миллиардов монет, часть эмиссии. То есть, в принципе, если вы помните, на биткоине я вам рисовал то же самое. Да? Ничем не отличается. Но в чем отличие? Эмиссию монет с 6 миллиардов получает не только форжер, да, майнер, а еще и те, у кого монеты на кошельке. Это называется справедливая эмиссия. То есть эмиссия распределяется не только среди тех, кто имеет какие-то мощности, как это в биткоине происходит, да. Это называется справедливая эмиссия. Как только у тебя появилась одна монета на кошельке, у тебя запустился процесс эмиссии монет. Вот. И, соответственно, это тоже отличает, и это называется proof of stake, да, то есть доказательство владения. Вы доказываете, что вы владеете монетой, и, соответственно, это добываете. Но с позиции форжера и майнера, то, понятное дело, здесь экономически более интересно. Сейчас буду показывать, как. Ты открыл? Вот так у нас выглядит нода, да, изнутри. Если мы нажмем вот сюда вот блокчейн, видите, это как раз-таки есть вот эта книга. Это есть вот эта книга, видите, и в ней каждые 59 секунд, каждую минуту происходит запись о происхождении, то есть каждой монеты, каждые 59 секунд. То есть это генерируются блоки, да, и в них вот хранится информация об этих транзакциях. Вот так выглядит вот эта книга. И именно вот этим оборудованием происходит запись информации вот в эту книгу. Ну, можно, конечно, самостоятельно, не только этим оборудованием, можно там заморочиться, технически разобраться во всем, сделать все самостоятельно, но здесь уже, так сказать, это продукт от правообладателей, да, то есть мы это все сделали, настроили, это все планируем развивать дальше. То есть вот так это выглядит. И, соответственно, если мы нажмем обзор самого кошелька, то есть мы видим здесь баланс кошелька, да, 105 тысяч монет. Соответственно, мы видим, что этот человек добыл уже 98 тысяч монет, да, за 476 дней. Соответственно, у него, когда произойдет вот эта исходящая транзакция, из 6 миллиардов монет, вот здесь прописано, вот видите, это растет цифра постоянно, здесь написано количество монет, которых еще в природе не существует. Но эта цифра означает то количество монет, которое будет выпущено из 6 миллиардов, на этот кошелек зачислено. То есть, когда человек, владелец этого кошелька, сделает исходящую транзакцию со своего кошелька, то вот эти 98 тысяч монет, они выпустятся из 6 миллиардов, зачислятся ему на баланс, и у него будет не 105 тысяч монет, соответственно, да, а 203 тысячи монет, там 204. То есть, он себе за 476 дней в монетах увеличил это все на 96%. Если берем соотношение к 105 тысячам, да, я плюс-минус в процентном соотношении. То есть выгодно ли это? Да, конечно, выгодно. Но какое количество людей может этим пользоваться и владеть этой долей эмиссии? И как это устроено в целом? А если у тебя не один кошелек 105 тысяч монет, а, например, 10, а лучше 15, потому что, видите, да, 476 дней – это 15 месяцев. Чтобы каждый месяц потом просто себе эти частные деньги, так сказать, забирать из эмиссии, да, и при возможности их либо конвертировать, либо использовать как платежное средство, либо использовать как больше, так сказать, это как, знаете, флешка есть на 10 гигабайт, а здесь, бац, вы увеличили ее до 50. Потом до 100, то есть место, количество монет, в котором вы сможете потом хранить свой капитал. То есть я понимаю, что человек ровно год назад, да, к примеру, закупил себе по цене 0,0, не закупил, а изменил форму денег, да, то есть взял себе для сохранения, да, по цене 0,028, я говорю, там 10 миллионов монет, да, то есть это, соответственно, у нас сколько? 28 тысяч долларов, правильно?
Вот, то есть 10 миллионов монет было взято на 28 тысяч долларов. За этот период времени эти 10 миллионов монет превратились в 19, возьмем даже 90%, да? В 19, но это доля эмиссии. Если мы говорим это о сохранении, это не доход, это не получение прибыли. Если мы говорим о сохранении, то сегодня его 19 миллионов, спустя год, на сегодняшний день мы смотрим цену 0,027, мы это умножаем на 0,027. Если даже мы хотим понять, а в государственных деньгах мы что-то потеряли или нет, здесь понятно, мы сохранили. Было 10, стало 19, еще и приумножили. А по соотношению конвертации, то есть сохранили ли мы в государственной валюте, да, получается, деньги, используя частную форму денег, то мы берем 19 миллионов, умножаем на 0,27 и посчитайте, сколько это получается? 0,27. Да. 51,300. 51,300, то есть мы хотели сохранить 28, у нас на сегодняшний день получается 51,300. Сохранили ли мы? Сохранили. Но это не говорит о том, что мы заработали. Потому что я убежден на все 200%, что криптовалюта не является способом дохода с идеологической точки зрения. Криптовалюта, и в частности криптовалюта призма, это форма частных денег, в которых можно сохранять, а посредством развития и как следствие использовать эту форму частных денег как платежное средство для расчета в международных платежах, согласно у нас законодательству Российской Федерации на сегодняшний день, но даже посредством бартерных сделок можно производить это на территории Российской Федерации, во всех странах СНГ, вообще во всем мире. Интересно это? Конечно, интересно. И здесь вопрос подхода самих предпринимателей, самих пользователей, кто как к этому относится. Поэтому, конечно, экономическое обоснование, оно здесь присутствует. Если мы говорим о том, что мы хотим сохранить свои деньги, можно использовать любую другую криптовалюту, но нужно понимать, крипторубль тот же самый, да, он у нас работает на алгоритме депоз, по факту. То есть у нас есть, чтобы было базовое понятие, если будете сталкиваться кто-то здесь из присутствующих, не с призмом, с другой, выберите другую криптовалюту, начните изучать. Этот мир денег, он очень интересный. Но если вы будете сталкиваться, должны понимать, что есть одноранговые сети, а есть многоранговые сети. И, соответственно, на принципе многоранговых сетей построена цифровая валюта, государственная цифровая валюта всех стран мира, которые сейчас это выпускают. Соответственно, если мы говорим об одноранговой сети, то в одноранговой сети отсутствует единый эмиссионный центр управления. Если мы говорим о такой криптовалюте, как эфириум, можно ли сказать, что там одноранговая сеть с отсутствием единого эмиссионного центра управления? Нельзя сказать, что это децентрализация. Почему? Потому что в криптовалюте эфириум можно осуществлять полностью блокировку ваших активов, транзакций. В криптовалюте биткоин посредством, это прописано в самом блокчейне, это технически уже доказано, что можно вносить кошельки в черный список, соответственно, с этих кошельков майнеры не будут подтверждать транзакции. Так как майнинг подтверждения идет в биткоине через группу 6 человек, через самый крупный пул, то, соответственно, подтверждение им говорят нет, и они не подтверждают с того или иного кошелька. По этому же принципу у нас есть кошельки, знаете, слышали, может, Ledger, MetaMask и так далее. То есть можно ли сказать, что это кошельки с полной децентрализацией? Нет. Потому что ключи от ваших кошельков, которые мы говорим именно сид-фраза, которая от кошелька, да, призм, при создании кошелька 132 символа, она находится у кого? У создателя этого мультивалютного кошелька. Это не говорит о том, что он мошенник или еще кто-то. Но факт того, что к вашим деньгам имеет доступ сторонняя организация, смысл тогда вообще заниматься криптой проще в банк положить. Все. Понимаете, да? И Международная комиссия по ценным бумагам, СЭК, которая у нас занимается именно криптовалютами и ценными бумагами, она приравнивает 99% криптовалют к утилитарным токенам. Чтобы было понятно, что такое утилитарный токен, это токен, который имеет единый эмиссионный центр управления и имеет возможности рычагов на управление всей системой.
соответственно, это является как ценная бумага. То есть, что такое утилитарный токен? Это по факту цифровая акция, выпускаемая той или иной компанией. Соответственно, если эту компанию закрыть, акции тоже закончились. Понимаете, да? То есть с утилитарными токенами лучше не связываться. И использовать, если мы говорим о призме, то призм как раз-таки подходит по всем параметрам. В нем решены все эти вопросы. Это является полностью одноранговой сетью. В призм экономическое обоснование именно с точки зрения эмиссии. И в призм с позиции мобильности капитала тоже, конечно же, это более выгодно, более интересно. Потому что базовая цель, которая присутствует в криптовалютах, да, и в блокчейнах, она везде разная. В биткоине она 10 минут, в криптовалюте призм она составляет 59 секунд. Соответственно, за 59 секунд вы можете отправить транзакцию в любую точку мира, а там это спокойно все конвертировать. Что касаемо вот этого оборудования. Сейчас мы начали делать, так сказать, уже запустили тестовую версию, здесь уже много что доработано, но здесь будет добавлен еще функционал, минимум 7 функций дополнительных, новых, для удобства и простоты пользования как обычных людей, так и предпринимателей. Я не буду называть их сейчас сразу, да, чтобы, так сказать, не портить интригу. Вот. Но на самом деле мы стараемся сделать это максимально просто и даже будем благодарны тем, кто начнет этим пользоваться. Я сейчас объясню, почему этим пользоваться выгоднее. Чтобы вы сами выдвигали свои версии, да, что бы вы хотели там видеть для более простого использования, да, то есть, чтобы вам было проще. И мы будем рады таким идеям, соответственно, это все реализовывать, чтобы вы этим всем пользовались. Так вот, здесь мы поговорили с вами о форме сохранности по факту, да? А если мы с вами разговариваем с позиции не сохранения по капиталам, по соотношению к государственным валютам, а сохранения непосредственно с точки зрения эмиссии, да? И я вам приведу такой пример, смотрите. У меня был 1 миллион монет. Это я вам рассказываю факт из жизни. У человека в Тюмени, тоже, который познакомился с криптовалютой, также 2 года назад, с призмом он познакомился, он все изучил, все хорошо, у него тоже 1 миллион монет. Прошло 2 года. Вот это я. Да, давайте вот так вот. А вот это человек. Прошло 2 года. Что произошло у меня? У меня за 2 года прирост эмиссии 1,5 миллиона монет. Соответственно, у меня стало 2,5 миллиона монет. У этого человека такой же ресурс. У него плюс 60 тысяч монет за 2 года. В чем проблема? Почему разные такие результаты? И это факт. И я человеку звоню, говорю, подожди, а как у тебя плюс 60 тысяч монет? Он говорит, ну вот так вот, я майню. Я говорю, так я тоже майню, у меня такой же ресурс. То есть в монете призм самой мощностью, да, вычислительной, является, если в биткоине это видеокарта, то в самом призме даже не вот эта машинка мощностью является. Мощностями являются сами монеты. У нас одинаковые мощности, а результаты разные. Почему? Потому что у него монеты лежали все на одном кошельке. Он не поддерживал сеть, не выполнял работу, да, то есть он не был форжен, он не подтверждал транзакции. А у него монеты просто лежали на кошельке. Я просто включил в розетку машинку, туда поставил все свои кошельки и сам занимаюсь своими делами. Она у меня работает, все хорошо. Соответственно, мне это дало вот такой вот результат. Это я к чему? Это я к тому, что если даже у вас есть машина, и вы будете ее просто толкать, она не перестает от этого быть машиной. Но используйте вы ее не по назначению. А если у вас есть машина, вы сели, вы знаете, что нужно повернуть ключик и еще бензин в бак залить, и вы поехали, то вы используете полностью весь потенциал того, чем вы владеете. И здесь вопрос того, как вы к этому относитесь, да, и как вы этим пользуетесь, вы получаете соответствующий результат. Но если мы говорим всегда, я
Соответственно, придерживаясь, понимаете, такой вещи, как исходя из той позиции, что а сколько люди, то есть, зарабатывают в среднем, да, то есть, если мы говорим даже про источник там, дохода, сохранения и так далее, но в целом я всегда продаю идею, вот сейчас в силу того, какая цена, я продаю идею всегда на 10 миллионов монет, да, то есть, я показываю, почему это важно. То есть, соответственно, я понимаю, что 10 миллионов монет это на личном кошельке при сохранении сид-фразы в сетевом узле, в ноде, разбиваются на 100 кошельков по 100 тысяч монет. По 100 тысяч монет призм. Соответственно, вот это навсегда, никогда, нужно понимать, что это никогда в другую форму денег вы не измените. Не потому что нельзя, не потому что невозможно, а потому что не нужно. То есть вот это ваш ресурс, который позволяет вам быть эмитентом частных денег. Независимо ни от кого, даже если меня не станет, как правообладателя бренда, не станет ООО «Призм», не станет вообще всех, кто сейчас из правообладателей, оно как работало, так и будет работать. Так вот, соответственно, если мы говорим с этой точки зрения, с этой позиции, мы разбиваем кошельки по 100 тысяч, то, соответственно, мы понимаем, как говорит сейчас Максим, да, мы удвоим свой капитал за 15 месяцев. И в эмиссии составляющей у нас будет плюс там 8-9 миллионов, даже будет 19 миллионов, да, то есть спустя 15 месяцев эти кошельки дадут результат. То, соответственно, в монетах это все хорошо, мы сейчас не говорим о стоимости. Есть возможность увеличить эмиссию, да, долю рынка, которой мы владеем. И можно еще полтора года сделать то же самое и сделать уже, даже если у вас нет потребности, потратив это, да, то есть вы делаете 19 миллионов, из них делаете еще там 10. Ну, 7, 10 вы не сделаете, еще 7, да, вот. Соответственно, какой 7, подожди, 90% это ж, господи. То есть вы сделаете еще столько же, даже если вы удвоите, у вас получится 19 плюс 19, 38 миллионов монет. Да? То есть, соответственно, 38 миллионов монет. Получится за 3 года, это максимум, что вы получите эмиссию, которая у вас будет на руках, 38 миллионов. К этому моменту мы достигнем эмиссии, а вы знаете, что у нас эмиссия, Максим, 6 миллиардов конечная, да? Мы достигнем к 26-му, к 25-му году, мы достигнем эмиссии в 5 миллиардов монет. 5 миллиардов монет. И здесь уже процентное соотношение добычи монет будет максимально 35% за 15 месяцев в лучшем случае. И при достижении 6 миллиардов эмиссии, здесь будет уже не 35, а 5% за 15 месяцев. Вопрос, от какой доли? И если есть возможность приобрести себе эти монеты, потратив на это государственную форму денег, да, 40 миллионов те же самые взять и их не мать, то проблем нет. Но, например, для человека простого, когда мы говорим о децентрализации справедливой эмиссии, он может прийти в банк и начать себе печатать деньги. Если у него нет денег купить эти деньги, он может, воспользовавшись технологией, себе сделать эмиссию, которая в последующем он будет распоряжаться не с целью заработать, а с целью использовать эту форму денег как платежку. Потому что то, о чем вы спрашиваете, к чему мы стремимся, да, в дальнейшем. Платежное средство. Если у меня будет всего, извините, 10 тысяч монет, и даже если она будет стоить 1 доллар, то что я себе смогу купить как платежное средство, например, за границей сейчас там в Дубае продают там квартиры, там еще что-то, ну где-то недвижимость какую-то захочу, да, взять. Что я смогу себе взять на 10 тысяч долларов? Я это один раз продам, эти 10 тысяч монет там, да, или 100 тысяч монет, и все, и на этом мои частные деньги закончились. А когда у меня эти частные деньги есть в размере 38 миллионов, и я понимаю, что если без 38 миллионов напечатал 1,9, например, за 15 месяцев там, или за 2 года, я понимаю, что этот 1,9 могу на что-то потратить, но они у меня, я их продолжу печатать, я не закончу на этом всем. То есть идея в том, чтобы этот процесс был нескончаемый для пользователя, а не так, что он купил, как это происходит с биткоином или с любой другой криптовалютой, они купили по 30 копеек,
Он скачил до 60 тысяч долларов, они все это продали, вывели в государственную форму денег. Государственную форму денег, гиперинфляция съела ее ценность, да. Они потратили на всякие развлекаловки, недвижку, еще что-то, все этого всего нет. Дальше что? А дальше идет труд за ту форму денег, которую у нас выпускает государство. То есть здесь непосредственно идеологическая составляющая. И человек, который мыслит как предприниматель, как бизнесмен, он смотрит наперед на 5, на 10 лет. Для меня это наперед, потому что я понимаю, что внедрение цифрового рубля, внедрение цифровой государственной валюты по всему миру, это вопрос к тому, что а в чем сохранять? В недвижке? В чем? В европейских банках, как говорили, или в американских надежных, в европейской экономике надежной? Произошел кризис в Соединенных Штатах Америки. Самая сильная экономика в мире, якобы, которая обеспечивает тот самый доллар. Кризис произошел в одной стране, затронул другие страны. Где факт того, что это не обесценится? Для меня важен тот факт, что я здесь могу сам повлиять на ценность. А эта ценность, она формируется через мой труд. Как предприниматель формирует ценность своего бизнеса через свой собственный труд. И в зависимости от вкладываемых ресурсов своего времени и труда, он понимает ценность того, чем он занимается. Вот здесь то же самое. То есть эта история не про легкие деньги. И здесь история не про заработок. За год миллионером стал. Нет. Это история в долгу. И здесь важно понимать, что биткоин формировал себя, начав с 2008 года. Да, то есть перепады были волны первые 5 лет до 2013 года. А потом, соответственно, пошло планомерное формирование уже на спекулятивной форме, да, которая была заложена туда. Прошло еще 9 лет. Понимаете, да? И только сейчас, как бы, о биткоине, да, все знают, и многие даже эксперты говорят из-за границы, но они другого ничего не знают. Биткоин первый, он стоит дорого, надо в него вкладывать. Но нужно понимать, что биткоин ты купил, больше у тебя его не станет. Если мы говорим о фермах майнинговых, которые я вам показывал, даже участвуя в процессе майнинга, мы недавно считали, даже пост размещали на канале, что человек потратил денег, он купил себе майнинговое оборудование, чтобы сгенерировать тот самый один блок, который в блокчейне. Помните, я говорил про один блок? Чтобы его сгенерировать, он потратил 10 триллионов рублей на оборудование, на видеокарты. И он за месяц реально сгенерировал блок и получил 6,25 биткоина. При цене той же самой, если мы говорим, а он это сделал для того, чтобы зарабатывать, он заработал порядка 120 тысяч долларов, 130. Из этих 130 тысяч долларов он где-то 1020-30 потратил на электроэнергию, да, он заработал. Но это речь идет о триллионах. Если он зарабатывает при условии сохранения цены биткоина, если мы говорим с позиции заработка, то есть он зарабатывает таким методом, да, то свои 10 триллионов он будет отбивать долго. Но вопрос... А используется ли в таком случае биткоин как форма частных денег для сохранения капитала? Нет, для него это источник дохода. Потому что в последующем свое оборудование он не сможет продать по той цене, по которой он его брал. Потому что он же его взял не чтобы через месяц продать, он будет продавать, скорее всего, лет через 5. А каждые 4 года происходит халвинг тот же самый в сети, усложнение добычи оборудования нужно более сложное, более лучшее. И, соответственно, будет ли на это спрос? Ну, вопрос. Может ли он на это повлиять? Не знаю. Здесь я могу на это все влиять. Поэтому, конечно же, мне хотелось бы развивать то, на что могу влиять не только я, но и все люди вокруг меня. И где зависит все не от одного лица. Вот. Коротко как-то так. У кого-то есть сейчас вопросы? Да. Я достаточно новый человек. Стоимость любой криптовалюты, абсолютно любой криптовалюты, зависит только от двух факторов. Что бы кто ни говорил, спрос и предложение. Спрос превышает предложение на рынке, происходит рост цены. Предложение превышает спрос, гиперинфляция, монета обесценивается, любая. И если мы посмотрим с вами на биткоин, да, и в частности поймем, сколько биткоинов сейчас можно на рынке продать, на рынок вынести, по факту, если на рынок вынести сейчас 10% от эмиссии биткоина, биткоин не будет стоить 20 тысяч долларов. В лучшем случае доллар. Следующий тогда вопрос. Вы показали доходность по миллиону монет. Это в монетах. Да, в монетах. Ну, пусть монеты, да. Все равно стоят какой-то, да. Доллар. За 2 года 60%, грубо говоря, да? Ну, вот у вас там миллион и плюс 1,5 тысячи. Да.
15 месяцев. Нет, это за 2 года. Это за 2 года. Это за 2 года. Грубо говоря, 75% в году. Да. 3 года. Почему тогда люди не могут это рассматривать как инвестиционный какой-то инструмент? Я не говорю, как вас зовут? Семен, смотрите, я не говорю, что не могут. Я говорю, что это для меня. Как использовать как инвестицию? Да, конечно же, можно. Но криптовалюты, не зря все говорят, криптовалюты – это высокорискованные инвестиции. Понимаете, в зависимости от вашего отношения, формирования отношения к этому, вы будете себя чувствовать не так как бы стабильно, да, то есть и как бы понимания более глобального не будет. Но использовать как инструмент для заработка так же самое. Конечно, любую криптовалюту можно, и призм это не исключение, в силу того, что вы являетесь эмитентом этих денег. Но я скажу по-другому, например, Максим, к вам, да, вот что вы сказали, замедлить эмиссию, например, да, и, соответственно, это приведет к дефициту, к росту цены. Самое интересное, что такая возможность, она есть в призм. А знаете, в чем она выражена? Представьте, Максим, на минутку, что у нас с вами, вы ведь понимаете, с 10 людьми договориться сложно. С 50 состав вообще невозможно, правильно? А эмиссия находится у разных людей. А если у нас с вами у двоих появляется необходимая сумма денег, на которую мы с вами вдвоем заберем 2 миллиарда монет. Все с рынка 2 миллиарда. Год будем забирать. И можно ведь вообще эти 2 миллиарда монет положить все на один кошелек и добывать в процентном соотношении ровно 0. Монет. То есть на эти 2 миллиарда эмиссия идти вообще не будет. Можно повлиять на скорость общей эмиссии. Таким образом, конечно. И более того, можно забрать и больше. Но с таким образом, к 6 миллиардам, которые у нас конечная эмиссия, мы будем идти не до 2100 года, а мы можем идти до 2200 года. Все зависит от того, кто и как этим управляет. На машине можно ездить долго, но можно ездить на машине один раз в столб въехать и все. То есть понимаете, да? Кому они нужны будут эти 2 миллиарда монет? А можно про это сказать? А вот здесь 5 минут осталось. Смотрите, ребят, я сейчас закончу, передам слово Юлию. Мы в дальнейшем переберемся, Юля скажет куда. И кому будет интересно уже более детально, более предметно лично пообщаться и там продолжить, и посмотреть, как это устроено и запускается, то там мы сможем продолжить беседу. Спасибо, Юлия.